стало известно, с кем встречается Алина Загитова. Олимпийская чемпионка живет насыщенной жизнью. Прошло почти 2 года с момента приостановки ее спортивной карьеры. Девушка продолжает тренироваться и одновременно учится. Участие в различных шоу сделало из Алины настоящую звезду. Пользователи сети обратили внимание на интерес фигуристки к хоккею. Загитову частенько можно увидеть на матчах казанского клуба «Ак-Барс». Пресса активно приписывает ей роман с нападающим Дмитрием Воронковым. Молодые люди одновременно оказались в Дубае в преддверии важного матча. Это спровоцировало волну слухов об их романе. Однако Алина и Дмитрий отказываются комментировать возможные отношения. А вы верите в их роман?